Напиток из райского сада Заилийского Латау теперь доступен каждому. Создан он на основе бальзама возрождения и родниковой воды. Сальсабиль – естественный иммуностимулятор, готовый к употреблению. Главный ингредиент новинки – формула, содержащая ценный микроэлемент йод. Он позволяет защитить организм от старения, повышает иммунитет. Сальсабиль поможет справиться с гриппом и простудой всего за 3 дня. Для этого достаточно выпивать 1 напиток в день. Кроме этого, для усиления эффекта можно и полоскать горло. Так что в осенний период пить сальсабиль вообще должно войти в привычку. Напиток удобен тем, что в отличие от суспензии бальзама возрождения, его не нужно разбавлять. Обогащенный йодом сальсабиль с каждым днем будет прибавлять здоровье. Возраст и дозы не ограничены, уверяют производители. Кроме лечебных свойств, новинка может использоваться и как натуральный энергетический напиток. Сальсабиль продается в аптеках по цене не выше 450 тенге. К тому же компания MTI Medical проводит акцию 1+1. Покупая бальзам возрождения, вы получаете в подарок новый напиток «Сальсабиль».